Многих удар не получается, а потому что они стараются вложиться, размахнуться. И поэтому здесь особо размах не нужен. Если вы будете размахиваться, закидывать ногу отсюда, соперник будет это видеть. И этот размах, он не дает четко попасть в тело. Если вы будете работать без размаха и закидывать ногу снизу, типа, так скажем, легаясь, то он намного будет эффективнее. Я немножко продемонстрирую здесь. Особо движения не нужно, нужен просто один легкий поворот ноги. Вот вы стоите. Раз, два. Нога идет снизу, медленно еще раз показывает. Нога идет вот тут и дома. Вот и вот снизу. Раз. Это очень быстрый удар, очень резкий, неожиданный. Плюс прошлый удар я объясню. Я извиняюсь, у меня горло болит, я кричать не могу. Суслан, 5 секунд, я у меня горло болит, чтобы я не кричал. Этот удар взаимосвязан тем, что соперник может не ожидать. Вы сперва один удар проводите, бэтфист. Да, а это тоже движение, тоже разворот. Другой удар вы типа проводите, бэтфист, но уже... Да, уже перед корпусом. Тоже разворот. Соперник не понимает, закрывать будет голову или корпус. И поэтому вы разбиваете его такими взаимосвязками. Попробуйте положить руку на корпус и просто для техники, без силы, техникой просто попробуйте попасть. Ногу закидывайте снизу. Да, чтобы она шла снизу вверх. Да, закидывайте ногу снизу вверх. Я еще раз вам продемонстрирую. Если позволяет растяжка, и можно также бить в голову. Попробуйте еще раз. Очень на самом деле опасный удар, травматичный. Он легко пробивает ногу, мышцы, пробивает суставы. И поэтому тоже большая суть правильно защищаться от него. Проиграет большую роль. Если вы будете просто поднимать ровно ногу, это ничего не даст. Удар также будет проходить сустав и будет отбивать вам ногу. Если будет медленно просто. Если вы будете немножко поворачивать ногу влево и заставлять эту часть кисти, которая наиболее толстая у вас, вам будет намного легче, а соперник будет приносить большую травму. И поэтому вы не отрабатываете так, просто для себя знаете, вы просто, если легко, немножко в левую сторону, да-да-да, так, и поднять, и соперник готов пошел повторять другой. Носок, когда вы говорите, должен смотреть вниз. Так, натягивает мышцы, чтобы лучше поднимать так. Сейчас, примерно 5 секунд. Вы сами отрабатываете, когда отработаете больше, так как у вас нет защиты. А я так покажу пару ударов, когда на лапке такая. Я в лапке не привык работать, поэтому я быстрее скину так. Я этот удар у Маваши примерно продемонстрирую технику. Да. Вот. В каждом ударе вы должны вкладывать корпус, заворачивать тело, чтобы кость проложилась в повернутом варианте, чтобы вы не так пинались в трудостиле, а заворачивали, вкладывались с мощью удара. При этом держать руки на защите, закрывать свою челюсть. Просто при ударе вы можете оттягивать левую руку для мощи удара, но при этом вы должны плечом прикрывать челюсть все равно. Этот удар бьется с места, также с места ноги без степа. Также он бьется со степом. Я продемонстрирую сперва без степа. Он бьется быстро и неожиданно также. И теперь продемонстрирую со степом. Этот удар может быть не такой быстрый, но он мощный. Медленно показал. Вот степ. Так, чтобы примерно было понятно. То же самое правой ногой. То же самое, также вы можете для силы удара накинуть правую руку, но при этом вы должны плечом закрываться. Этот удар не бьется степом, так как правая нога
она удобно стоит для удара и засаживает ее. Также поворачивает корпус. Для того, чтобы повернуть удобно корпус, вам нужно сгибать, повернуть левую ногу, приподнимая ее немножко на носок. Удар должен наноситься желательно этой частью кости, но старайтесь набивать ее. Что касается меня, я сам лично набиваю эти части таким способом. Есть бутылка, вода, вы высовываете ее в морозильник, она замораживается, становится ледяной, и потихоньку начинаете массировать ногу, набивая, катая. Тем самым вы делаете два дела. Вы набиваете ее, нога немножко как бы начинает ныть от боли, но вы автоматически ее замораживаете в той же самой бутылке, чтобы боль как бы вас отпускала. И тем самым вы набиваете горько. И в такие моменты, когда вы попадаете в локоть или в колено, вам не так больно, и вы можете стерпеть эту боль. Еще раз. Два подряд. Один раз или два удара сразу. Да, немножко скользко начал. Ну, очень сильно понятно, техника. Дарин, пусть попробуй. Да, ну, вы аккуратно, да, для техники. Я сейчас пока попробую это сделать, а я сейчас пока один лапаю, то сколько вам приучу. Пока подрубаю, вы сами. Так.